желание задувай все свечи. Готов? Давай, 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 давай! Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Ой, отгуляли мы праздник и день рождения моего сына. Сегодня только вот у нас приезжают гости, родственники. Гуляем 3 дня, девочки, представляете? Вообще, как свадьба. Действительно, мне в Инстаграме одна девушка написала, что мы день рождения гуляем как свадьбу. Да, это правда. Получается именно так. Ну, просто потому, что на будний день выпал день рождения сыночка. Он очень хотел пригласить деток со школы и пойти вот в развлекательный центр. Знаете, где вот всякие там бегалки и тому подобное. Хотел там отпраздновать. А в будний день, с учетом того, что все работают и еще задают уроки, достаточно много у нас уроков задают, особенно со вторника на среду, плюс английский постоянно нужно учить, и мы как-то подумали, что в будний день, ну, будет совсем не очень. Поэтому мы решили в пятницу, ну, и плюс в выходные у нас всегда приезжают, ну, родственники, да. Вот, поэтому вот так вот. Я устала безумно, точнее, мы с мамой. Больше даже не физически, сколько морально, потому что еще у нас получилась история такая, что нам не сделали наш торт, который мы заказывали к празднику, к пятнице. Это вообще, конечно, узнали мы об этом, грубо говоря, в четверг вечером, о том, что у нас не будет его. И в пятницу после школы забрала ребенка, и мы купили вот в магазине, грубо говоря, какой был, какой понравился сыну. Ну, на самом деле, сын у меня не расстроился, я, наверное, больше расстроилась, чем он. Он сказал, ну и ладно, мам, господи, что ты типа переживаешь. Вот, а он хотел там мастичный, такой тематический, в общем. Так что вот так вот. Так что мы с мамой на самом деле уставшие, уже хотим, чтобы все поскорее закончилось, уже начались обычные серые будни. Вот. Ну, а я вам сегодня еще хочу показать свой достаточно большой заказ Faberlic. Итак, начну я с бытовой химии. Набрала много всего. Значит, первый, вот это стиральный порошок для черных тканей. Вот его артикул 11221. Я артикулы, давайте лучше все пропишу, чтобы не затягивать видео. Внизу в инфобоксе будут. Очень мне нравится этот стиральный порошок для темных тканей, вообще супер просто. Действительно сохраняет, он даже немножко восстанавливает цвет черных тканей. То есть нет такой белесости, знаете. Очень классный, мне нравится. Дальше, кондиционеры для белья. Вот этот и вот этот, это два самых лучших кондиционера. Я обычно, когда, допустим, что-то черное, там брюки или какие-то кофточки, что-то такое, да, я стираю вот этим стиральным порошком и добавляю вот этот кондиционер. Вот этот кондиционер, он тоже очень хорошо смягчает и как бы как восстанавливает, что ли, действительно ткани. Вот эти два средства очень классные. И вот этот кондиционер, он самый приятный аромат имеет. Вот этот с аромакапсулами розовенький. Его давайте я скажу. 11037. Вот этот вот очень классный. Я вот его всегда практически беру. Ну и также взяла для разнообразия еще вот такой кондиционер. Тоже, в принципе, неплохой. Вообще, средства для стирки, уборки у Faberlic очень-очень классные. Так, дальше я взяла, я не знаю, новинка это или нет, но я увидела впервые вот такой жидкий пятновыводитель для цветных, для белых и цветных тканей. Школа, садик, для меня как раз самое, ну, не знаю, попробую, потом, наверное, расскажу, как понравился или нет. Так, его, по-моему, можно наносить прямо на пятно, а можно к гелю или стиральному порошку. Вот.
Вот так вот. Также взяла средство для мытья посуды. Очень советую. В этот раз я взяла лесную малину. Обалденный у него аромат, просто потрясающий. Во-первых, его надолго хватает, не сушит руки, хорошо отмывает, убирает всякие запахи, знаете, после рыбы, например, лука, чеснока. Очень классное средство. Вот я беру уже вторую бутылку, но в этот раз взяла просто другой аромат. Классный, очень советую. Средство для мытья посуды. У меня артикул 11195. Так, также из новинок я решила взять таблетки для посудомоечной машины. Вот видите, не знаю, попробую, потом расскажу, как они, хорошие или нет. И также по акции я решила попробовать стиральный порошок. Не знаю, попробую. Вот видите, килограмм равен 3 килограммам. Ну, не знаю, посмотрим, как будет отстирывать. Потом, если что, я вам расскажу про него. Так, здесь я взяла также кусковое мыло. Кстати, очень вкусно пахнет. Я не распаковывала, но даже вот через упаковку очень вкусные ароматы. Тоже попробуем. Мы пользуемся и гелями для душа, и кусковыми мылами. Поэтому, не знаю. Правда, единственное, что они маленькие. Видите, по 65 грамм. С медом. Вот такой апельсиновый ваниль. И вот такое тут яркий Мадагаскар. В общем, тоже попробую, потом расскажу, как мыться, понравились или нет. Также взяла средство для обуви. Бесцветную взяла, что подходило ко всей обуви. Такой крем и губку. И взяла на пробу зубную пасту. Выбирала ту, которая больше положительных отзывов. Поэтому я взяла вот такую концентрированную. Не знаю, тоже попробую. Вот, потом расскажу. И вот такой ополаскиватель для полости рта. Очень его хвалят девочки, которые страдают вот чувствительностью зубов. Говорят, что он реально как лечит даже зубы. И, ну, вот эту вот чувствительность, да, воспаление десен лечит. Очень многие писали. Поэтому я тоже решила его попробовать. Вот такой вот. Потом тоже расскажу, понравился или нет. Так, еще совсем капелюшечка декоративной косметики. У меня взяла вот такую помадку. Я уже брала помаду от Faberlic. У меня одна, правда, есть. Мне очень понравилась. Но она такая достаточно яркая, более летний оттенок. Сейчас я взяла вот такую, артикул 483. Вот так вот она выглядит. Очень мягкая, глянцевая. В общем, сейчас нанесу на губы. Вот выглядит сводчик. Такая она полупрозрачная, красноватая. На зиму будет отлично. Либо я, либо мама будем ее использовать. Ну, мы с мамой, знаете, то я помажусь, грубо говоря, то мама, мы с ней косметику напополам делим. И также взяла вот такую кисточку для бровей. Моя кисточка уже окончательно испортилась. Решила попробовать от Faberlic. Артикул 11097. Ну, она, конечно, такая достаточно большая и толстая. Не знаю, как она будет. Вот. Ну, попробуем, потом расскажу. В принципе, так-то сделано качественно, она сделана из синтетического ворса, но не знаю. Так, также я взяла себе, это уже из одежды у меня пошло, я взяла себе колготки от Faberlic, их очень сильно хвалят, поэтому я прям с огромнейшим удовольствием взяла, скажем так, попробовать. Вот такие обычные, тоже артикул вам оставлю. Я взяла обычные колготки. И вот такие, видите, сделаны в Италии. Ну, не знаю, посмотрим. Черные. И это у меня 80 ден, а это, по-моему, 40 ден. Вот, правда, у нас уже совсем похолодало, поэтому не знаю. Но 80 ден-то точно буду носить еще. А вот эти вот не знаю, уже одену или нет, потому что 40 ден тонковато, конечно. Потому что у нас уже 5 градусов днем, 4. Вчера вообще 2 градуса вечером было, поэтому... Не знаю, но вот эти черненькие точно. Потом тоже расскажу, понравились или нет. И, конечно же, то, ради чего, в принципе, я сделала заказ, это для белья. Очень жаль, что нет низа больших размеров на, ну, то есть на мою маму. Вот взяла ей вот такое черное белье. У мамы в прошлый раз розовое такое было тоже, кружевное полностью. И мама очень боялась, что порвется вот это кружево из-за тяжести, скажем так. Но нет. В этот раз я взяла вот такое черненькое. Видите, здесь вот сделана такая вставочка, как бы для усиления. И плюс широкие лямки. Это вот...
наверное, девочки с большой грудью, они поймут вообще, насколько это удобно. И вот эта часть, она тоже широкая. И здесь, хоть и есть косточки, но они очень-очень мягкие. Плюс вот это вот достаточно мягкое. Здесь даже не косточка, а такое ощущение, что, знаете, как будто такой шовчик сделан. Видите, насколько мягкое. Не впивается и при этом очень хорошо прилегает к телу и очень хорошо все держит. Нету, знаете, что вот здесь вот сверху у вас что-то вылезает. Маме безумно нравится белье от Faberlic, плюс оно недорогое. Вот это вот мне обошлось, по-моему, 800 рублей или что-то в этом духе. Но, в общем, там самое дорогое, по-моему, 1900 или 2000. Это самое дорогое, то это новинка. А на акции вот такое, ну, как бы базовое, обычное, стандартное белье можно взять, ну, примерно 1000 рублей вам точно обойдется. Вот, в общем, вот такое вот классное белье. Девочки с большой грудью, я и моя мама вам от всей души советуют брать именно белье там. Не знаю, надо будет мне тоже как-нибудь взять себе белье попробовать, потому что, ну, большая грудь, понятно, вот, как на маленькой. Вот, но это в следующий раз. Идеальное белье, вот для моей мамы говорит, что идеально. Она вот всю жизнь у меня искала нормальное белье, которое выглядело бы, знаете, как не как у вот такие, знаете, старые там с рынка еще бабушкины такие вот хлопковые, непонятно какие, которые, как мама говорит, не держат, потому что все равно вытягивается, растягивается, а вот такое симпатичное, нормальное белье, скажем так, красивое белье с кружевом. Для мамы раньше вообще носить кружево, вот вверх белья, это было вот что-то за гранью фантастики, потому что оно обычно вот в этой части все время рвалось, вытягивалось, а здесь, видите, сделана резиночка. Ну, в общем, мама у меня просто в восторге. Также я взяла вот такую шапку. Шапку я взяла старшему своему сыночку. Правда, это обычная мужская шапка. Но я взяла старшему, потому что, ну, совсем детскую он не захотел, а вот такую мужскую, тем более, она тянется. Посмотрите на меня, пожалуйста. Шапочка очень мягкая, очень приятная вообще. И такая, ну, обычная. Обычная мужская серенькая шапочка. Вот. А младшему сыночку я взяла вот такие штанишки. Они немножечко ему великоваты по длине. Я уже померила. Трикотажные для мальчика на рост 122. И они внутри идут вот с таким с начесиком. Но они сами по себе не толстые. Они достаточно тонкие, но при этом утепленные. Девочки, супер вообще штанишки. У меня есть от Faberlic штаны такие же, только зеленые, темно-синие, без утеплителя. Супер, мы ходим в садик, уже стирала 100 миллионов раз их. И пятна были какие-то, я их выводила пятновыводителем. И при этом они остались, вот как будто я их вот недавно купила, да. Единственное, что по длине они становятся короткие. И у нас обычно вот здесь вот коленки вытираются. А так, качество просто вау. Вот взяла своему сыночку как раз в садик ходить. Видите, они слегка утепленные. На резиночке. То есть одежду для детей, по крайней мере, я тоже очень сильно советую. Так что вот такой вот у меня был достаточно большой на этот раз заказ. Но я уже думаю, надо взять все, что хочу попробовать, чтобы уже не, так сказать, не мучиться делать маленькие заказики. Вот. И все артикулы на все товары я вам пропишу внизу в инфобоксе. Итак, я, кстати, сейчас накрасила вот этой кисточкой брови. Очень даже неплохо, очень хорошо. Я просижу напротив окошка специально, чтобы видно было. Очень хорошо, получается, прокрашивает вот между волосков. У меня обычно очень, ну, достаточно плохо. Здесь, я так понимаю, что-то с серии Duofibre сделано. Единственное, что если вы делаете такую прям волосковую технику, то есть именно волоски прорисовываете, то это не оно, потому что она достаточно толстая. Вот, а так мне даже понравилось, честно. Вот буду дальше пользоваться, потом еще как-нибудь расскажу, как мне вообще дальше в использовании. Но вот с первого раза, да, очень хорошо набирает продукт, очень хорошо его отдает. И такая, ну, сделана как прям под мак. А на губы, вот на губах у меня сейчас вот эта помада. Вы знаете, единственное, что я этот, извиняюсь, криво накрасила, конечно, как всегда. Вот. Я без карандаша, без всего ее нанесла. Вот такая она глянцевая. Они вообще хорошо держатся, вот эти помады. У них просто сходит вот этот блеск и остается пигмент на губах. Очень классно. Вот этот оттенок, вот он сейчас на камеру
вот на губах, так как он реально в жизни. Поэтому я сижу напротив окна, чтобы было видно. То есть такой немножко, ну, такой красный, немножко такой синевой, но не ярко-красный, да, а такой вот красный на каждый день. Зимой это будет моя любимка, 100%. Еще раз, артикул 483. Очень советую. И я советую детскую одежду и нижнее белье. Это то, вот, что вот прям вот вообще супер. Ну, на сегодня я буду с вами прощаться. Я надеюсь, вам понравилось такое видео, оно было для вас полезным и интересным. Не забывайте подписываться на мой канал. Оставляйте свои комментарии, ставьте пальчики вверх, мне это очень приятно. Всех люблю, целую, до новых встреч!